Mixnews. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, сегодня у нас в гостях руководитель профсоюза медицинских работников Валдис Керис. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот уже прошло больше, чем 100 дней работы правительства Каринча, министра здоровья Илза Винкера тоже сделала целый ряд заявлений и даже вышла с целым рядом инициатив, в том числе по поводу реформы здравоохранения. Как вы все это оцениваете, поскольку вроде приостановлена эта система, видимо, ее все-таки не будет, двух корзин медицинских услуг, но тем не менее госпожа Винкера уже объявила, что какой-то социальный взнос в бюджет все-таки тем, кто не платит соцналог, придется сделать. Правда, теперь уже фигурируют гораздо меньшие суммы, там, по-моему, 51 евро, уже не 200 евро. Как вы все это оцениваете? Ну, что сказать, госпожа Винкера уже сама признала, что это тоже будет не идеальный вариант. И она, конечно, права, потому что актуален вопрос, что будет с теми, кто не будет платить этот обязательный взнос. Ну, якобы очень там вопрос, да, должны кто-то за этим следить, службы финансов и контроля, и эти долги с них как-то взыскать. Но у нас же очень много людей, которые даже определенного места жительства не имеют, к сожалению. Ну, какой там взыск неуплаченных взносов, налогов и так далее. И выходит, что они тогда будут получать все то же самое, что добросовестные налогоплательщики. Справедливо это или нет? Это очень гуманно, безусловно. Вопросов нет, да. Хорошо, но правда уже было сказано, что потом, видимо, националась этот веселибес денес или вид придется каким-то образом взыскивать эти долги. Но мы знаем, что происходит с теми, кто лечился сейчас в больнице, ушел, сказал до свидания, до новых встреч и не заплатил. Именно так. Именно и что так. С ними происходит? Ну, по большому счету ничего. А да? Долги больниц растут, я так понимаю. Да, и это будет, к сожалению, продолжаться в таком же духе. То есть данную проблему то, что предлагает госпожа Винкера, не решает. Угу. Понятно, что вас, как лидера профсоюза, естественно, заботит и беспокоит, в первую очередь, все-таки, если так можно сказать, материальное обеспечение медиков. Мы знаем, что, по крайней мере, то, что публично нам говорят, что все-таки свои обещания власть выполняет, и прибавка к жалованию у медиков есть, выполненные решения по поводу сверхурочных. А что в действительности? По большому счету так оно и есть. Пока обещание действительно выполняется, и мы надеемся, что так будет и в будущем, когда будет составляться бюджет следующего года и бюджет 2021 года. Но будет ли это так? Это большой вопрос, потому что прозвучали уже некоторые заявления, притом на весьма официальном уровне, что денег нет, что дальше так нельзя будет продолжать. Ну, если так, то, конечно, ситуация поменяется в худшую сторону. Ваша информация, о чем свидетельствует, удалось ли за счет, все-таки выполнения этих обещаний как-то удержать, особенно, не знаю, молодых медиков от, не знаю, отъезда за границу или от того, чтобы полностью уйти из госсферы и перейти в частную медицину? Частично, да, потому что даже анализ данных о том, как заполнялись свободные рабочие места в прошлом году, да, проведенный Финмином, показал, что отрасль здравоохранения как раз одно из тех отраслей, где этот прирост был более всего ощутим. Это совпадает с значительным повышением заработной платы. Так что система работает. Что касается, может быть, Риги, там, наверное, я так понимаю, по крайней мере, что касается врачебного персонала в государственных клиниках, все-таки, я так понимаю, что же, наверное, не хватает, но, тем не менее, все-таки нет такого острого дефицита, наверное, как в провинции. Что там происходит? Провинция, конечно, с специалистами дела обстоят похуже. Хотя, допустим, служба неотложной скорой помощи как раз жалуется о том, что дефицит рабочих рук более ощутим в Риге. В Риге, как ни странно. Тут ситуация разная, поэтому я думаю, что не стоит настолько делить на регионы, но стоит посмотреть на систему В общем, конечно, недостача медсестер очень большая, недостача врачей по средним показателям, то есть количество врачей на 100 тысяч душ населения, мы немножко отстаем от средних показателей Европы, но если посмотреть на некоторые специальности, то ситуация, конечно, более серьезная. Если мы... А что делать вот в этой ситуации? Вот мы знаем, что проблема поднялась, вот острые нехватки там детских психиатров, даже вот какие-то нормы более быстрого прохождения резидентуры. Я так понимаю, что это не единственная вот дефицитная специальность, если так можно сказать, да? Именно так. И здесь, конечно, надо посмотреть не только со стороны прироста заработной платы, хотя это абсолютно необходимое решение проблемы. Если не будет этого, то о другом особо думать даже не стоит. Но если мы учитываем, что вот это исполняется, то надо, конечно, посмотреть, насколько обосновано раздробление медицины на массу специальностей, подспециальностей, подспециальностей и так далее. Может быть, иногда этот дефицит создается немножко искусственно. И если пятый палец правой руки может лечить только специалист пятого пальца правой руки, другие такого права не имеют, но тогда, конечно, дефицит специалистов будет значительно выше, чем если есть специалист, который лечит все пальцы. И все, да, ему в этом плане доступно, да. Да. Вот что касается еще вот семейных врачей, к примеру, вот в провинции мы знаем, что возраст средних врачей такой предпенсионный, и многие врачи уже уходят на пенсию, выясняется, что во многих регионах даже нет семейного врача. Вот что с этим делать вообще? Это фактически разновидность вышеупомянутой проблемы, то есть пока те энтузиасты, которые имеют старую закалку, держат фронт, угу, когда их не станет, то, увы, будут прорывы в плане защиты здравоохранения. И чтобы это своевременно предотвратить, надо целенаправленно действовать. То есть мы уже говорим, что вот одно направление – это заработная плата. Второе направление – надо посмотреть еще на какие-то стимулирующие факторы. Может быть, слишком много бюрократии. Кстати, при опросе врачей, как в Латвии, так и, скажем, в Соединенных Штатах, врачи одинакового мнения насчет того, что более всего их беспокоит, озадачивает это бюрократия, растущая, несоизмеримая с ихними, ну, скажем так, нормальным обязанностями бюрократии. То есть, я так понимаю, что куча документов теперь, пускай в электронной среде, но тем не менее... Та же куча. То есть, некогда даже заниматься лечением пациентов. Все меньше. И это один из главных факторов, который способствует также и выгоранию врачей. Может, они превращаются просто в чиновников, да? Именно так, к сожалению, да. Угу. Что касается наших соседей, мы всегда пытаемся как-то сравнивать вот Литву, Эстонию. Вот когда мы говорим все-таки об уровне заработной платы, доплат медикам, мы уже как-то приближаемся к Эстонии или мы еще далеки от них? Ну, как смотреть? Допустим, заработная плата в Эстонии в прошлом году, оказывается, возросла до 1234 евро до уплаты налогов. В Латвии 1004 евро. То есть разница по средней заработной плате в стране 234 евро. В этом плане эстонцы нас, конечно, опережают. Да, поэтому понятно. Жители из Валки перестраиваются работать в Валгу и так далее. Если посмотреть на соотношение заработной платы врача к средней заработной плате в стране, в Эстонии и в Латвии, опять же, эстонцы нас опережают. Согласно данным OECD, в Эстонии это соотношение 2,2, То есть средняя заработная плата врача чуть больше, чем 2 раза превышает среднюю заработную плату по стране. В Латвии этот коэффициент пока 1,6. Если вы спросите, какое это соотношение в среднем в странах ОСД, 2,5. То есть нам есть куда стремиться. Да. Именно так. Да. Вот некоторое время назад, вы, наверное, тоже знаете, вот кабинет министров внес определенные изменения вот эти в правила финансирования здравоохранения, ну, я так понимаю, пытаясь уменьшить вот эти очереди на государственные обследования. И, в частности, я так понимаю, что было принято решение увеличить вот те тарифы за медицинские услуги, которые получают, к примеру, больницы. Да, и даже, я так понимаю, что в приемных отделениях, к примеру, в детской больнице появятся дополнительные врачи. Это уже работает вообще? Это как-то может реально улучшить ситуацию? Это работает. Прирост был уже в прошлом году и также имеется в этом году. И тут очень важно, чтобы соблюдалась та инициатива профсоюзов, которая закреплена в данный момент в законе о финансировании здравоохранения. То есть в 2020 году, это в следующем году получается, да, финансирование здравоохранения должно достичь 4% от всеобщего валового продукт. Уже неплохо, да. Может, когда-то было 2,5, 2,8. Да. Ну, 3, да. Сейчас мы где-то в районе 3,75-3,8%. То есть цель вполне достижима. И если только не будет опять каких-то заявлений о том, что есть другие более достойные, чем здравоохранение и отрасли, и так далее, и так далее. Но я так понимаю, что в богатых странах ЕС где-то 7 и даже больше процентов. То есть нам тоже есть куда стремиться. Государственное в среднем по Евросоюзу 7%, если говорим о госфинансировании. В молодых странах в среднем где-то 5%. Есть куда стремиться. Еще как есть. Да. Вот еще говоря о профсоюзах, все-таки есть ли какие-то вот такие пункты, о которых профсоюз вот ваш давно об этом говорит, но пока вот у властей там нет желания, нет воли политической, вот чтобы эти вот пункты осуществить? Или все-таки степ-бай-степ, ну, идет все более-менее в лучшую сторону? В течение последних пару лет действительно случился значительный сдвиг в лучшую сторону, хотя это было не просто добиться, а именно действительно сейчас в законе гарантируется прирост финансирования для отрасли в целом, то есть не только для заработной платы медикам, а и для нужд пациентов, для сокращения очередей, ну и так далее, для лекарств и так далее. Во-вторых, действительно предусмотрены конкретные дополнительные суммы для увеличения заработной платы. Так что можно сказать, что в данный момент нам удалось достигнуть конкретного и ощутимого прогресса. 622-12-939, телефон прямого эфира, 622-13-939, телефон прямого эфира. Еще один, можете звонить, задавать вопрос нашему гостю. Еще говоря вот о системе здравоохранения, ну, понятно, что один из таких важных моментов, это, конечно, инфраструктура, но мы знаем, что вот корпус второй тоже строится, больница Страдания, там с опозданием, я так понимаю, но все-таки строится. Есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы, не знаю, там и в детской больнице какие-то появились новостройки, потому что мы знаем, что там тоже какого года эти все здания построены? Ну, я думаю, что каждый, который был вынужден побывать в больнице по той или иной причине, на своем опыте ощутил, убедился, что инфраструктура имеет значение. Да. Ну да. И это значит, что нельзя говорить, что не надо ничего строить, нам это не нужно. Но тут надо соблюдать равновесие между строительством и тем же самым заработными платами медикам, потому что без квалифицированных работников способных проявить высокий профессионализм, сострадание, положительность, не будет качественного здравоохранения. Строй, не строй, ну, тут действительно надо разумно и взвешенно подходить. Угу. Да, вот тогда такой вопрос, который хотел еще задать. Вот что касается подготовки медиков, вот были такие, мы слышим периодически такие разговоры, что все-таки раз, ну это уже годами идут, что вот раз те, кто учатся на бюджетные места, все-таки закончили, но было бы хорошо, чтобы они в этой государственной медицине все-таки, не знаю, 3 года поработали, или чтобы вернули деньги, а это очень немалые суммы, это, не знаю, десятки тысяч, если не больше, вложено в каждого студента. Сторонник ли вы таких вот мер? Ну, как сказать, рациональное зерно в этом, конечно, есть, но с помощью только кнута решить проблему нельзя. Насильным его не будет. Не. И поэтому, если не будет нормальной заработной платы молодому специалисту, который должен отучиться 10-12 лет до того, как он может стать самостоятельным действительно специалистом, ну, не будет он в этой системе искать свое будущее. Увы. Да. Прервемся ненадолго. Во второй части будем принимать ваши звонки. Не переключайтесь. Mixnews. Еще раз добрый день. Валдис Керис у нас в студии. Мы говорим о медицине, о здравоохранении. Вот все-таки, как вам кажется, это тоже дискуссии, которые время от времени возникают и потом также затухают. Мы придем когда-либо вот к какой-то системе, не знаю, когда вот есть такое всеобщее страхование, но не только со стороны государства, когда вроде бы гарантировано всем налогоплательщикам, льготникам, но и сами, не знаю, люди и работодатели за них вот делают какую-то вот медицинскую страховку, как во многих странах. Мы понимаем, что населения в Латвии мало, страна маленькая, но тем не менее, когда каждый знает, что у него есть страховой полис, и ему вот что-то гарантировано, может быть, даже больше, чем вот сегодня. Проблема решаемая, но, конечно, проблема тоже в самое время непростая, потому что идеального рецепта действительно не существует. Тогда бы, если так было, все страны бы копировали этот рецепт, и во всех странах была бы одинаковая система, и так далее, и так далее. Такого нет. Другой вопрос, как в условиях Латвии наиболее рационально обеспечить необходимый объем денег для отрасли, потому что без этого невозможно достичь доступного и качественного здравоохранения. И вот поэтому и один министр придумывает один вариант, другой министр приходит, он делает свой взнос, он переделывает это, но пока, увы, то, что мы не ощущаем стабильных финансовых гарантий. Этот закон, вот о котором мы только что говорили, ведь он тоже говорит, что хорошо, в 2020 году мы должны достичь этих пресловутых, но в то же самое время мизерных 4% от ВВП. А что будет после 2020 года? И что будет в 2020 году? Будет ли этот закон соблюдаться правительством при создании бюджета следующего года или не будет? То есть все очень так затуманенно. Угу. Да, вот вы, наверное, слышали, ну, видимо, выборы в Европарламент на это влияет. Вот такой депутат из Сейма Янис Домброла, который раньше вроде медицины не интересовался, но тут заинтересовался и даже написал письмо госпоже Винкере, что вот надо что-то делать со временем работы вот медиков, поскольку вот работающие люди, к тому же, не знаю, к семейному врачу попасть не могут, надо, чтобы вот семейные врачи не только работали хотя бы до 9 вечера в рабочие дни, а то получается, что только пенсионеры как бы могут попасть к врачу в рабочее время, а вот человек не может попасть на консультацию, из-за этого вот заболевание запускается и так далее. Что с этим делать? Есть ли тут рациональное зерно? Поскольку ну, мы знаем, что даже, ну, в принципе, частный медицинский центр, который как бы рассчитанные на какую-то прибыль, тем не менее, тоже в основном работают до 8. Я даже не знаю каких-то частных клиник, которые бы работали до 9. Рациональное зерно, конечно, есть, потому что, ну, с одной стороны, человек, если он не имеет какие-то неотложные проблемы, да, он действительно работает, но потом есть какие-то обследования, какие-то консультации, в которых он нуждается, но либо он должен тогда брать отгул, отпрашиваться, чтобы попасть в общее рабочее время, либо он имеет довольно большие трудности это осуществить. И если была бы возможность приходить после нормального рабочего времени в лечебное учреждение... После 6, по 7, да. Это был, решалось тогда. Но, с другой стороны, те, которые работают в этих лечебных учреждениях, они имеют такие же права, как и все другие работающие. Такие же люди, да. Да. И, значит, чтобы создавать какую-то сменную работу, ну, допустим, да, это довольно все-таки серьезные организаторские перестроения. Это раз. С другой стороны, мне коллеги говорили, что были в некоторых учреждениях уже попытки так поступать, но жизнь показала, что запись на эти, ну, скажем, вечерние часы не показывает такой прирост, чтобы это в финансовом плане окупалось. То есть, ну, тут не все так просто, как первый момент может показаться. И, значит, тут нельзя торопиться. Подумать в этом направлении можно, какие-то новшества попробовать можно и, наверное, даже нужно, но без поспешных выводов. Если мы вообще еще говорим вот об очень важной теме, как организация здравоохранения, ну, я так понимаю, что что-то, наконец, Минздрав тоже собирается делать по, я не знаю, я бы сказал, по возрождению педиатрической службы, потому что если мы посмотрим, особенно вечерние часы или выходные дни на детскую больницу Виневозгад, ну, зачастую... Понятно, что там есть пациенты острые, тех, которые привозят по скорой помощи. Наверное, есть, бывает и острые, тех, которые сами родители привозят. Но очень часто бывает, что превращает вот этот приемный покой в поликлинику. Да, понятно, что каждый родитель своего ребенка переживает. Там, не знаю, заболело горло или небольшая температура. Садятся в машину и едут на Виневозгад. Думают, ну, там есть врачи, обследуют быстренько. И все будет. Ну, и в результате эти все очереди... То есть, превращается приемный покой в поликлинику. Можно зайти и посмотреть, там люди сидят часами, ждут, пока, вот, если не это случай не неотложный, пока примут. Вот что с этим делать? Может быть, не знаю, какую-то дополнительную поликлинику, может быть, даже вести какую-то, не знаю, платные консультации, да, но чтобы как-то эту проблему разрешить, чтобы главный детский стационар страны не превращался просто в амбулаторию. Думаю, что вы затронули очень интересный и важный вопрос. Да, действительно, педиатрия в этом плане может послужить наилучшим примером. Должна быть возможность получить и в нерабочее время неотложную или срочную консультацию, скажем так, в случае, если нет жизненной опасности. Но это, скажем, при сортировке тогда будет определено либо налево, либо направо. Да. Но зачастую сами родители-то не знают. Но это касается не только педиатрии. Фактически такие, может быть, даже круглосуточные центры оказывания помощи могут быть созданы и, я не хотел бы сказать, самими семейными врачами, хотя это не исключено. Не исключено, да. Но на уровне помощи, оказываемой семейными врачами. То есть, есть какой-то центр, куда больной может прийти круглосуточно на срочную консультацию по какому-то вопросу, который для него в данный момент очень важен, да. Он в другое время не может. Но это были бы какие-то конкретные центры. Как круглосуточные аптеки, да, ну, примерно. Там очередь не стоит, но если человеку срочно нужно какое-то лекарство, есть рецепт. Вот это можно было бы попробовать. Угу. Ну да, потому что есть же, в конце концов, мы даже знаем, там на Дзилцема, там даже и срочная стоматологическая помощь, да, так сказать, да. Не всегда, если ты подождешь до утра, это будет смертельно, да. Но, тем не менее, если человек хочет прийти, там, не знаю, возможно, доплатить, если там нет неотложной помощи, да, ну почему же это не сделать? Да? Тем более, именно так. Тем более мы знаем, что зачастую сейчас во многих, как бы, вот этих поликлиниках или медицинских центрах есть семейные врачи, которые когда-то были педиатрами, это еще одна проблема. А есть те, которые были взрослыми врачами, как мы говорим, терапевтами. И родители многие думают, ну, при всем уважении, но все-таки надо, чтобы педиатр посмотрел. Да? И вот тогда у него возникает проблема, что делать. Или срочно где-то искать платного педиатра, или ехать вот на Виневозгад. Да, давайте примем и звонки тоже. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Да, добрый. Константин, ну немножко ваш гость лукает, когда говорит о том, что нет универсальной системы организации финансирования здравоохранения, тогда бы все страны, если бы его нашли, копировали. Такая система была и есть. Советская система здравоохранения скопирована в Норвегии, скопирована на Кубе, скопирована в Дании, где население, платящее налоги, пользуется бесплатным медицинским обеспечением и уверена в том, что если они заплатили свою часть налогов, им больше не будут спрашивать деньги ни за визит 4 евро, ни за скорую помощь 12 евро, ни за все остальное. Это первое. Второе. Есть такое агентство аналитическое РАМД. По заказу Европарламента в 2016 году комиссии по коррупции они сделали анализ среднего уровня коррупции в Евросоюзе. По Латвии вывод следующий. Разворовывается 13-15% ВВП от 22 миллиардов, которые Латвия составляет. Это 3-4 миллиарда в год. Коррупция. Коррупция – это именно государственная власть. Разворовывает 4 миллиарда в год от 9 миллиардов государственного бюджета, то есть 40%. Спасибо большое. Ну вот это мы часто слышим, что вот денег в медицине много, а вот нерационально используется, там, не знаю, подворовывается, еще чего-то. Ну, насчет первого комментария не лукавлю я ничуть, потому что есть два общих направления в организации медицины. Это так называемая модель Бисмарка и модель Бевериджа. Это действительно так. Но эти модели применяются значительными разновидностями в разных странах. Общие, конечно, элементы там имеются, но только по большому счету. Теперь насчет коррупции. Да, увы, теневая экономика в Латвии в прошлом году, как только что выявили, даже возросла немножко. Несмотря на все усилия правительства, да, там, на новую реформу. Но медицина, здравоохранение здесь отнюдь не в числе лидеров. На первом месте идет строительство, ну там и так далее. Поэтому нет таких данных, что, не знаю, разворовываются там средства, которые выделяются на здравоохранение. Ну, нет. Ну, конечно, здравоохранение не отдельный остров. Мы часть государства, и медики часть общественности. Мы тоже имеем свои черные овцы и так далее. Но это проблема не такого уровня, чтобы мы были лидерами в плохом смысле этого слова в нашем государстве. Вот есть еще такая, наверное, проблема, особенно она выявилась или выявится вот сейчас, когда есть попытки провести новую региональную реформу, что во многих, ну, в провинциальных, там, не знаю, больницах или клиниках вот закупалась аппаратура, потом выясняется, что она простаивает. Или нет достаточного количества пациентов, или нет специалистов, которые могут на этой аппаратуре работать, и потом расшифровывают эти данные. Что вот с этим делать? Не знаю, пытаться продать эту аппаратуру, перевести ее в Ригу. Вообще, что с этим делать? Ну, видите ли, когда-то был у нас такой плакат, лозунг «Свободный рынок решит все проблемы». Да. И была полная приватизация, ну, частичная приватизация, не полная, частичная приватизация лечебных учреждений, региональных больниц. Многие думают, что это все государственное. Нет. Да, теперь мы пришли к тому, что нет, свободный рынок все проблемы не решает, что и доказал глобальный финансовый кризис, кстати. И сейчас идет мнение в другую сторону. Нет, вот так соперничать не надо. Надо, чтобы государство все-таки планировало, контролировало, что можно закупать, что нет. Есть даже мнение, что надо национализировать региональные больницы. Но не знаю, надо, не надо, но факт такой, что все-таки, да, действительно, свободный рынок все проблемы не решает. И поэтому есть отрасли, где государственная ответственность и государственная планерка и инвестиции том же числе имеет очень высокое значение. И здравоохранение – это именно такая отрасль. Да, вот еще такой может быть момент, такой интересный, что касается вот провинции. Нет ли такой опасности, что вот на фоне вот этой региональной реформы фактически, не знаю, медицинская помощь сконцентрируется только вот в городах, там в 3, 4, 5, ну и дальше в лучшем случае может быть уповать на какую-то помощь там семейного врача, которая тоже будет на 2-3 новодца, да, на 2-3 края работать? Риск такой, к сожалению, имеется. И... Ну, опять же, если мы говорим о той же региональной реформе, если мы думаем, что в данном случае необходимо для того, чтобы наше государство не сокращалось в плане населения, а наоборот как-то закрепилось и начало расти опять, как распределить те средства, которые мы от налогов получаем, сколько километров дорог, сколько больниц, сколько школ мы можем себе позволить, где это надо через «не могу», где надо от чего-то отказаться, где будет больше централизации за счет этого, где мы не сможем уберечь позиции, где, наоборот, надо всеми силами сохранить региональность, это довольно сложный вопрос о стратегии, как планировать будущее нашего государства. И вот тут я действительно не буду лукавить, я не буду говорить, что я сразу вижу ответы на все вопросы. Это не так. Еще одна такая тема, она очень болезненная, но люди с этим сталкиваются, понятное дело, это жизнь. Это вот о паллиативной помощи. Да, вот зачастую это большая проблема, и особенно если речь идет о пожилых людях, понятно, что не хочется своего родного человека куда-то отвозить, но иногда бывает так, что просто родные не справляются, они не в состоянии вот с лежачим больным, с разными старческими деменциями, не дай бог, как говорится, но такое бывает, и получается, что нужно или долго ждать в очереди, или пытаться каким-то образом частным за большие деньги как-то решить этот вопрос. Что здесь, на ваш взгляд, государство могло или, не знаю, должно сделать, в том числе, может быть, по подготовке или по повышению зарплат тем вот работникам, медикам и социальным, которые вот ухаживают за этими тяжело больными людьми? Да, вот мы подошли к такому очень важному вопросу, действительно, который в будни нельзя никак обойти. Если дело дошло до того, что действительно, больница свои возможности исчерпала, по существу, да. Но человек нуждается в постоянном уходе, и в том числе и в постоянной медицинской помощи. Пусть не стационарной, амбулаторной, но тем не менее. Конечно, в данный момент ресурсов для этого недостаточно. Если посмотреть, как это организовано в других странах, в странах Скандинавии, такой ближайший пример может быть, там для этого отведено значительно больше средств, и там это планируется, и это осуществляется по-другому. Нельзя сказать, что мы ничего не сделали в этом направлении. Нет, это было бы неправда, что-то делается. Что-то делается, и какое-то количество коек в тех больницах, которые сейчас не выполняют роль больниц неотложной помощи. В частности, первая больница, мы знаем, там есть так называемые социальные койки. Да, там есть, вот это один из таких мероприятий. Но этого недостаточно пока еще, и тут надо прилагать больше усилий. Видимо, это относится и к реабилитации тоже, да? Именно так. Потому что получается, что вроде как раз другой случай, там не нужна паллиативная помощь, человек уже, так можно сказать, выкарабкался из болезни, ну а реабилитация крайне важна, чтобы он просто не стал инвалидом. Да, но если даже, скажем так, если мы видим, что не во всех случаях с помощью реабилитации удастся достичь хорошего, желаемого результата, то к тому, что вот будет этот период, которым нужен постоянный уход, это фактически, это бывает неизбежным во многих ситуациях. И, соответственно, мы должны определять необходимое количество средств, ресурсов для того, чтобы эту проблему решить гуманно, человечным способом. Может быть, такой последний вопрос. Но все-таки вы давно работаете в профсоюзе, и много министров на вашем веку было, тем более, ну, к счастью или к сожалению, министры здоровья очень часто меняются. Есть ли у вас ощущение, что, не знаю, что какая-то перспектива позитивная через 2, через 3, через 5 лет? Ну, мы, я не знаю, там, догнать или перегнать кого-то, дело не в этом, но у нас медицинская помощь и, главное, в том числе, и социальные права самих медиков, ну, будут достаточно защищены, и профессия, там, не знаю, и медсестры, там, и врача будет достаточно престижная. Да, безусловно, я в это верю и надеюсь, что это будет даже быстрее, чем, может быть, в данный момент кому-то кажется. Мы имеем... десятки лет, да? Нет, мы не имеем столько времени, увы. И есть предпосылка, есть доказательства, что в течение последних 2 лет те средства, которые дополнительно вложены в здравоохранение, они дают положительный результат. Сократились очереди на медицинские услуги, увеличилась занимаемость рабочих мест в секторе. Эти результаты подтвердило Министерство финансов, это подтвердила также Европейская комиссия. То есть мы стали на правильный путь. Но надо понять, что если мы не будем этот путь продолжать четко в том числе средства, и продолжать вкладывать средства согласно хорошей международной практике, мы опять собьемся в какую-то трясину. Вот от этого мы должны себя уберечь, и тогда ситуация изменится в лучшую сторону в течение ближайших лет. Валдис Керис у нас был в студии. Большое спасибо.